Дорогие друзья, хочу в этом видео показать, чем отличается обычная стандартная сетка антикошка от сетки антикошка VIP. Сейчас я установлю сетку антикошку VIP в проем окна и поставлю обычную стандартную сетку, также установлю на окно, на металлические крепления. И с помощью весов мы проверим, насколько надежна та сетка, либо другая. Устанавливаю сетку антикошку VIP на окно. Антикошку VIP установил. Сейчас установлю обычную каркасную сетку. Укрепления у меня уже прикручены металлические. Как вы помните, да, обычную сетку стандартную мы вставляем в проем крепления и опускаем вниз. Таким вот образом. Сейчас покажу вам крепление. Это вот у нас обычная сетка. Также внизу, да, у нас крепления металлические. А это антикошка VIP стоит. Все, сейчас будем проверять, насколько прочная или надежная та или иная сетка. Ну вот, наш образец стоит на столе, я его перенес. Напоминаю, здесь у нас стоит сетка антикошка на обычном каркасе. Установлена, как и обычная москитная сетка, металлические крепления с уличной стороны. Ставим наш образец в горизонтальное положение. Вот таким вот образом. Берем наш вес 19 кг. Будем проверять по максимальному. Представим, что это наш котик прыгнул на сетку антикошку на обычном каркасе. Я плавненько вставлю. И посмотрим, как она справится с этим весом. Можно сказать, что нет, не выдерживает она, к сожалению. Убираем, значит, наш вес. Убираем нашу сетку антикошку на обычном каркасе. И сейчас будем проверять сетку антикошку VIP. Покажу вам, что здесь никаких шурупов нету. К раме она никак не зафиксирована. Держится только за счет усиленного профиля и усиленных креплений с уличной стороны. Повторяем нашу процедуру. Ставим нашего импровизированного кота. И смотрим, что будет происходить. Покажу, что тоже тут нигде ничего не прикручено. Что поставлено все четко на сетку. Под низом никаких упоров нету. Давайте попробуем еще увеличить вес. Поставим еще 8 килограмм сверху. Ой, даже не знаю, как. Давай подвинем сюда. И 8 килограмм. В итоге у нас 27. 27. Антикошка VIP справляется со своей задачей. Что я хотел показать этим видео, что сетку антикошку на обычном каркасе устанавливать в квартиры нельзя, потому что она не дает гарантии именно от выпадения. Сетка очень прочная, порвать питомец ее не сможет, но безопасности эта сетка вашим окнам не дает. Поэтому, если у вас квартира, либо высокие этажи, устанавливайте только сетку антикошку VIP на усиленном профиле, на усиленных креплениях. Сетка по периметру полностью проклеивается специальным клеем для надежности, чтобы она не выскакивала из пазов. Всем, кому понравилось это видео, ставим лайк. Кому необходимы такие сетки, обращайтесь. Город Краснодар, сетка антикошка. Всем спасибо, всем до свидания.